Я Александра Степановича знаю давно. Я к нему очень хорошо относился до этих выборов. Ну, кредит доверия у меня не до конца еще иссяк. Я думаю, что если сейчас вместе с ним, вместе с этими его подчиненными, мы пойдем в СИЗО и освободим этих людей, то кредит доверия этому человеку не пропадет. И когда у нас будут прямые выборы, я буду голосовать за него. Правда, говорю. Но для этого он должен сейчас убрать эту охрану и пойти в СИЗО вместе со мной и вместе с вами. Вместе с вами мы будем здесь ждать. Я не знаю, что делать. Я священник. Я могу молиться. Я с этими девочками проходил целую неделю. Я вместе с ними тоже плакал, пока они не видели. Я видел всех людей и избитых, которых выпускали небольшими количествами. Мне стыдно. Мне стыдно. Позор. Позор. Александр Степанович, пойдем в СИЗО. Нет, нет, пойдем в СИЗО. Я стою здесь и жду вас. Пойдем в СИЗО. Нет, не будете им заниматься. Мы сейчас должны пойти. На газоаппарате вы обещали в тот день, что отпустите. Вы, значит, вы имеете влияние. Мы сейчас должны вместе с вами пойти пешком или поехать в автозаке. Можете меня арестовать. Но мы должны сегодня выпустить этих людей. Я в этой ситуации хочу сказать, что сделаю все возможное. Сегодня! Я благодарен вам за эту встречу. Я благодарен вам за эти эмоции.